1 сентября 26-летний сын Ларисы Гузеевой Георгий празднует свадьбу со своей избранницей Анной. Для телеведущей и актрисы эта суббота стала большим днем. Свадьба сына – радостное событие, ведь и девушка, которую выбрал Георгий, его маме уже давно пришлась по душе. Чуть ранее в Инстаграме Гузеева поделилась фотографией сборов на свадьбу, а теперь позволила нам увидеть результат. «Ну все, я поехала за своим мальчиком, за своим любимым сыном», – пишет под фото Лариса. «Это наша новая родня, это папа Анечки, бабуля Каха Георгия, это наша новая родня, ну, Викочка, мама Анечки, и сестрички Маша. И праздник к нам приходит, праздник к нам приходит. Все, как мы устали, какие мы все нервные и счастливые. Все, слава Богу, в такой красоте мы здесь находимся. Я не знаю, нигде мой сын, нигде я сама. Вот она моя маленькая, моя красавица, моя девочка любимая Анечка. Самая красивая девочка, самая красивая невеста на земле. Посмотрите, полюбуйтесь все. А это бабуля Даля, это Георгия бабуля. Друзья мои, мой мальчик женился. О боже, наревелись все. Лёлька вон ходит, еще плачет, моя девочка. Не плачь, моя маленькая. Ну ладно тебе, моя сладкая. В общем, все в каком-то выфоне. Лёлька так расчувствовалась, бедная, плачет целый день. Вот такие все красивые. Женился, мое счастье родное. Анечка где? Сейчас бегу к ней. Анюточка, моя красавица, моя... Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал. Выпуски выходят каждый день. Всем удачи!